Добрый день. Перед вами упаковочная машина, рассчитанная на одновременное дозирование и упаковку в саше-пакеты гранулированного кофе и сгущенного молока. Давайте рассмотрим подробнее принцип работы и основные элементы оборудования. Буф-лента устанавливается на специальный кронштейн, проходит через зону датировки, после чего лента протягивается с помощью двигателя и уходит на формирование пакета, его запайку и дозирование продукта. Далее, с помощью роликов протяжки, пакет уходит на европробой и отрезается. Для точного формирования пакета и его отреза установлен датчик фотометки. Производительность данного оборудования варьируется в зависимости от необходимого количества. Европодвес можно отключить. Итак, давайте приступим. Нажимаю кнопку «Старт». Спасибо большое за внимание, всего доброго и до свидания.